Жители сельских территорий продолжают принимать активное участие в общенациональной акции «Таза Казахстан». Сельчане убирают улицы, территорию парков и скверов. На одном из субботников в Алтынсаринском районе побывала и наша съемочная группа. Участие в акции «Таза Казахстан» принимают жители даже отдаленных населенных пунктов области. К примеру, в Алтынсаринском районе провели более 20 субботников, в результате чего жители вывезли более 190 тонн мусора, высадили 2000 различных видов деревьев и порядка 11 тысяч цветов. Сейчас в акции «Таза Казахстан» участвует порядка 40 детей. Мы поделились на 4 группы. Каждые 10-15 дней выходим на работу по 10 юных жителей. Это их желание. Ребята проявляют инициативу. Самостоятельно приходят и пишут заявление. Охрана окружающей среды и бережное отношение к ней – долг современного общества. В целях повышения благосостояния сел, благоустройства и озеленения активное участие принимает молодое поколение. В районах созданы отряды «Жасыл-Ель». Сегодня у меня 7-й рабочий день. Считаю, что заботиться и бережно относиться к природе – это наша обязанность. Приятно и то, что наш труд оплачивается. Заработанные деньги потрачу на подготовку к новому учебному году. Работа членов отряда «Жасыл-Ель» осуществляется в течение всего года. Если летом проводят работу по озеленению, то осенью и весной мероприятия по очистке территории. В зимнее время молодые люди помогают очистить дворы односельчан от снега. Айжан Каламбаева, Диар Ахмечен, телеканал «Костанай».